Всем здравствуйте! Сегодня неожиданно для всех появилась информация о том, что депутат Александр Шолохов высказал предположение, что поездкой на Донбасс Филипп Киркоров не сможет вернуть себе народную любовь. Он подчеркнул, что таким образом артист не исправит свое положение. Поездка Киркорова хоть и несет благотворительный характер, но это не снимает с него ответственности за негативные поступки. Если бы Киркоров поехал на Донбасс с данной миссией еще полгода назад, то поклонники его таланта восприняли бы это с восхищением, а сейчас уже не тот момент. Также сегодня официальный пресс-секретарь МИД России Мария Захарова поделилась мнением по поводу поездки Филиппа Киркорова в Донецк. По словам Захаровой, музыкант помогал нуждающимся всю свою жизнь, просто об этом мало кто знает. При этом в публикации она использовала хэштег «Та дверь». Положительно к поездке Киркорова отнеслась Елена Драпека, первый зампред Комитета Госдумы по культуре. Она подчеркнула, что не знает, как такой поступок скажется на карьере артиста, но это в любом случае хорошо. Отметим, что Филипп Киркоров не только спел перед ранеными в больнице, но также привез гуманитарную помощь и пообещал помочь трем госпитализированным с протезами. Добавим, что Яна Поплавская не верит в искренность Киркорова. «У меня лишь одно желание плюнуть в того, кто все это провернул, лишь бы отбелить голубой бриллиант. Лучше бы вы за народ и за настоящих патриотов так старались, как рвете на себе рубаху за павлина в перьях», – возмутилась актриса. Будем надеяться, что совсем скоро Филипп Бедросович прислушается к мнению народа и сделает определенные выводы. А у нас на этом все. Спасибо, что остаетесь с нами. Берегите себя и своих близких. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем удачи и пока!